Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимца Амняма. Итак, давайте-ка включим свет. Очень, друзья, печально. В прошлой части у меня получился сбой. И прошлое видео с Амнямушкой пропало. Его не удалось сохранить. Очень печально, но ничего, друзья. Итак, в прошлом видео мы перешли на 35 уровень. Отлично, очень хорошо. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка пособираем бонусы. Кроме того, друзья, в вчерашней серии, которая исчезла, у нас открылось несколько забавных вещей. Например, вот это чудесное кресло, на котором Амнямушка вот сейчас катается. Смотрите. Ну, давай, проходи в сторонку, Амнямушка. Давайте-ка пока собираем бонусы, он пусть поиграет. Вот, смотрите. Вот это... Ну, что это? Никак не могу звездочку взять. Вот. Взял, а почему-то Амнямушка на вот этот стул. Иди на диванчик собирай. Вот, смотрите, вот это интересное кресло-качалка в горошек. Ну, сиденья зеленые волной, а сама крепление для спинки вот такое вот забавное. Ну что, друзья, давайте-ка еще остальные бонусы пособираем. Вот так, замечательно. Кроме того, в прошлой части еще открылись вот такие вот забавные обои. Смотрите, мы их поставили. Обои, они называются, друзья, посмотрим как. Вот, заплатки, вот. То есть, уже, смотрите, друзья, у нас целые коллекции обоев. Ой, извини, Амнямушка. Давайте-ка посмотрим, как они меняются. Итак, смотрите, что у нас есть. Итак, есть обычные обои. Здорово, называются они цвет света. Еще есть валентинки. Вот такие вот забавные сердечками. Кроме того, весенние, очень здорово, с цветочками, коробочка, ага, просто картонные, вот такие вот забавные стены, постельные, вот такие вот забавные сердечки розовым цветом, очень хорошо, очень здорово. Так, кроме того, еще, друзья, у нас, ой-ой-ой, не то сделал, есть еще узор, вот такие вот забавные, очень хорошо. Есть из чего нам гостиную украшать. Китайские. Вот смотрите, какие яркие, красивые. Очень здорово. Кроме того, разноцветные и заплатки. Вот, разноцветные. Отлично. Еще есть заплатки. Вот. Это те, что мы в прошлой части открыли. Заплатки и плюс вот это кресло. И, по-моему, что-то из еды мы еще открыли. Ну что, друзья, давайте-ка посмотрим, какое у нас задание. Так, подозви Амняма к попарту. Искупай Амняма с мылом божественный один раз в день, 4 дня. И мои исследования продолжаются. В Эфиопской пещере я нашел удивительный рисунок, как Амням относится к музыке и танцам. Вот, здорово, здорово. Думаешь, Амням умеет играть на барабане? Давай проверим. Вот, смотрите, друзья, как здорово. И, кстати, друзья, вчера мы закрыли как бы с нашим Амнямушком игру и выиграли вот такого вот рыцаря. Смотрите, друзья, но пока мы не можем его вытянуть, чтобы посмотреть. Он у нас пока голодный. Давайте-ка мы его покупаем, накормим. Я вытащу, покажу, какого рыцаря мы выиграли в прошлой части. И активировали, и уже поиграли с ним. Итак, хорошенько моем, купаем нашего Амнямушку вот так. И почистим ему зубки. Ага. Кстати, давайте-ка посмотрим, что-то там надо было искупать Амняма с мылом божественное. Хорошо, хорошо. Давайте-ка еще воспользуемся мылом божественным. Вот так. Хорошо. Вот, замечательно. И зубки почистим вот так. Вот, чудесно. Хорошо. Итак, божественное мыло один раз что-то не прошло. Оно, ну ничего. Ну, а сейчас давайте-ка покормим нашего Амнямушка и дадим ему какую-то вкусняшку. Так, кстати, посмотрю, что вчера открылось. По-моему, нам... Ага, вот эта ракушка, друзья, открылась. Вот это печенье или конфетка-ракушка. Что такое? Ну, в разделе шоколадок. Ну, еще давайте дадим шоколадное мороженое. Пусть хорошенько покушает. Вот так здорово. Отлично, друзья. Ну, а теперь давайте-ка, друзья, мы вернемся с вами в гардероб. Приоденем нашего Амнямушку. Так, ну, давайте-ка снимем вот этот берет. Наденем что-то интересное.
Так, чтобы тебя одеть. А давайте-ка, друзья, ничего сегодня мы не будем надевать, а просто наденем вот такую вот 6 татуировку. Вот. Здорово. Хорошо. Итак, друзья, давайте-ка перейдем с вами в игровую комнату. Покажу, какого рыцаря мы выиграли в прошлой части. Отлично, друзья. Итак, вот, загрузились. Итак, смотрите, друзья, вот такого вот забавного рыцаря игрушку мы выиграли нашему амняму в прошлой части. Вот боксирует он вот так вот забавно с ним. Отлично. И еще давайте-ка, друзья, выполним задание. И у нас задание на барабане поиграть. Здорово, здорово. Давайте-ка дадим нашему амнямушке барабан. Пусть поиграет. Вот так. Хорошо, очень замечательно, здорово. Смотрите, как здорово у него получается. Вот так. Отлично, отлично, отлично. И у нас выполнено задание вот это. Отлично, 1500 награда. Очень здорово, друзья. Так, давайте уберем вот этого веника, чтобы нам не мешал. И немножко потанцуем с нашим амнямушкой. Вот так, давай, 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 амнямушка. Танцуй чудесно. Смотрите, как он умеет у нас танцевать. Хорошо, очень здорово. Итак, это группа «Цепочка заданий» в качестве музыкальной вот такой как бы квест, музыкальный квест, чтобы определить, как наш амнямушка танцует. Ну, это он у нас любит. Давайте-ка еще продолжение дадим ему дискошар и устроим дискотеку в стиле диско. Вот так, давай, давай, амнямушка. Вот, здорово, смотрите, как он умеет делать. Отлично, отлично, очень здорово, очень хорошо. Вот так, умничка. Отлично, отлично, очень хорошо, очень здорово. Молодец. Все у нас, друзья, здорово получается. Ну и давайте-ка сейчас посмотрим, какое у нас еще интересное задание. Вот, итак, перейдем вот сюда в письма. Поп-арт. Что такое поп-арт? Давайте-ка, друзья, посмотрим, что за поп-арт. Какое-то это задание нам нужно еще выполнить. Итак, что такое поп-арт? Что нам нужно найти? Давайте-ка мы посмотрим. Возможно, это какая-то мебель. Так, либо, возможно, это какой-то плакат. Ага, вот. Смотрите, друзья, поп-арт это вот такое вот забавное кресло. Ну, давайте-ка мы его, вот это кресло пока уберем. Вот, а сюда попробуем поставить вот этот поп-арт. Где оно? Вот. Ага, вот, друзья, видите, проблемка. А не влазит это кресло вот сюда. Вот какая проблема. Ну что, придется что-то подвинуть. Ой, ну амнямушка, ну не мешай. Так, ну что, давайте-ка, друзья, попробуем подвинуть вот так как-то. Так, возможно, теперь вот этот поп-арт у нас влезет. А ну-ка, 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 ну-ка. Вот оно кресло. Хорошо, хорошо, пробуем. Немножко, немножко все равно не влазит, друзья. Хорошо. Так, давайте-ка еще здесь что-то попробуем подвинуть. Вот так. А ну-ка. Вот, смотрите, здорово, сколько места возле окна. Я думаю, уже у нас получится, друзья. А ну-ка, 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 давайте-ка вот пробуем, пробуем. Вот, наконец-то получилось, отлично. Ну, давайте-ка амнямушку посадим. Давай, давай, садись. Вот, здорово, здорово, отлично, друзья. Итак, выполнили задание. Замечательно. Ну, а теперь давайте-ка немножко поиграем с нашим амнямушкой. Смотрите, друзья, какие классные игрушки у нашего амнямушки есть. Так, что у нас есть? Мыльные пузыри, медвежонок, рыцарем уже поиграли, пистолет, груша, робот, барабан, дискошар поиграли, подушка-пердушка, самолет, дразнилка и вот такой вот сундучок. С 36 уровня на следующем уровне, друзья, уже откроется скейтборд. Еще немножко осталось. Ну, а пока давайте-ка еще с сундуком вот этим поиграем. Ой, бедный амняшка испугался вот этого паука. Ну, ничего, очень забавная игрушка на пружинке. Здорово, здорово. Кстати, я вижу, появилось новое задание. И новое задание у нас подозви амняма к изумрудный. А что такое изумрудный?
Точно не знаю, но давайте-ка посмотрим, что такое изумрудный. Ага, вот. Вот такой вот стульчик забавный. Давайте-ка мы вот это кресло берем, а поставим вот этот изумрудный. Вот. Отлично. Бери вот этот изумрудный стульчик, камнямушка. Вот видите, друзья, и сразу же задание выполнили. Очень здорово. Ага, ну вот, наш амнямушка уже совсем запачкался. Давайте-ка мы его отведем, покупаем, друзья. Давайте-ка мы его покупаем. Вот так здорово. Натрем хорошенько мылом, чтобы он у нас был абсолютно чистый. Друзья, вот видите, к сожалению, только немножко поиграет с игрушками, и сразу наш амнямушка делается грязненьким. Почисти амняму зубы пастой романтика. Ну здорово, давайте-ка почистим романтика. Так, романтика, вот они, вот она зубная паста. Вот такой запах сердечками, интересно, идет нашему амнямушку. Очень здорово, замечательно. Итак, собираем. Ну вот. Итак, друзья, все хорошо. У нашего амнямушки хорошее настроение. А сейчас давайте-ка мы с нашим амнямушкой поиграем в какую-то интересную игру. Итак, сколько у нас денег, давайте-ка посмотрим, друзья. Итак, у нас денег всего 6940. Поэтому, друзья, давайте-ка полетим с нашим амнямушком в путешествие. Попробуем насобирать монет. В следующей части мы уже перейдем на новый уровень. Нам нужно будут денежки, чтобы покупать разные интересные предметы. Вот, поэтому давайте-ка, друзья, попробуем максимально насобирать золотых монет. Вот так, смотрите, как здорово. Собираем, собираем. Вот эти забавные пятиугольные монеты. Итак, вот, на первом уровне удалось нам 200 монет собрать. Собираем дальше, пока без аварий. Очень хорошо. Итак, друзья, летим, 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 собираем. Смотрите, сколько уже золота собрали. Очень хорошо. 500 монеток уже у нас есть. Еще немножко и будет 1000. Вот так. Замечательно, замечательно, чудесно. Летим, летим, собираем. Вот так. Главное, пока не попасть в аварию. Не разбить космический корабль. Тогда амнямушка еще сможет очень много насобирать. Очень хорошо. Итак, летим. 975 монет собрано. Переходим, друзья, на третий уровень. Летим, 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 друзья, дальше. Собираем, собираем. Вот, вот так. Ай-яй-яй, зацепили, зацепили инопланетную тарелку. Вот так, очень хорошо. Летим дальше, аккуратненько, друзья. Итак, больше 1000 монет уже собрано. И летим дальше аккуратненько. Друзья, собираем монетки. Вот так, смотрите, как замечательно. 1500 уже есть у нас. Очень хорошо. Хорошо, летим, летим, летим. Вот так. Да, друзья, собираем, собираем. Вот, очень хорошо, очень замечательно, очень приятно. Так, итак, двигаемся дальше. Отлично, друзья. Вот так, да. Очень здорово. Осторожненько вот здесь. Замечательно. Итак, 2000 монет уже собрали. Очень приятно. В следующем видео уже... Ай-яй-яй, друзья, зацепили, зацепили, зацепили. Мы, к сожалению, зацепили инопланетный корабль и разбили немножко наш челнок. Так, собираем, собираем. Вот так, вот, очень хорошо. Итак, 3000 монеток собраны, друзья. Переходим на пятый уровень. Здесь постараемся полететь аккуратнее, чтобы больше собрать монеток. Вот так, да, здорово, хорошо. Вот так, да. Вот, чудесно, чудесно пролетаем. Вот, очень здорово. Осторожно, осторожненько, амнямушка. Очень много препятствий для нашего амнямушки. Вот так, да, вот. Лети, лети, аккуратненько. Вот, отлично, хорошо, друзья. Вот, смотрите, как здорово пролетели. Вот так. И перешли, друзья, на шестой уровень. 4262 монетки собраны. Очень хороший результат. Очень приятно. Давайте. Ай-яй-яй, друзья. И попали в аварию. И, к сожалению, разбили корабль. Но ничего. Пока у нас есть уже. Думаю, 10 тысяч у нас будет. Возможно, в следующем видео их пока хватит. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь у нас получилось. Да, 11 тысяч у нас пока, друзья, есть. Неплохой результат. Так, ну еще просит Амняму искупать мыло мятное. Но это уже мы будем, друзья, купать в следующем видео.
пока же наш амнямушка устал, давайте-ка мы его положим сегодня спать в вот эту замечательную пиратскую кроватку. Итак, друзья, на этом мы прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ожидайте новых серий. Не забудьте посмотреть другие видео с амнямушкой в плейлистах. Всем пока, друзья!